Если хотим, чтобы собака приносила предмет, начинаем играть в перетяжки, чтобы добиться того, чтобы она его приносила. Вы в дальнейшем откидываете предмет, веревка остается у вас в руке, предмет вы откинули недалеко, предмет упал и он без движения. Собака, если не бежит к нему, то он начинает двигаться. И в дальнейшем, когда собака к нему бежит, когда он в движении, то перед тем, как собака подбегает, он может стать без движения. Либо он может ускользнуть у собаки прямо перед носом, когда он был без движения, она бежала, и вдруг он двигался, двигался, остановился, и она потеряла к нему интерес, видит, что он без движения. Либо подбегает и начинает его хватать, и он тут же ускользает у собаки. Возьмитесь за игрушку. Пускай у вас выдернет из рук. Пускай тянет, и у вас выдернет. Как только чуть-чуть поддернет от вас, сразу же поддайтесь. И отбегайте, зазывайте. И снова подловите. Вот. Еще раз так же. Чуть-чуть поддернул, он выдернул, и снова отбегает. Зазывайте. И подлавливаем ногу. Вот так. Еще стоим, ждем. Как только отпустит, бросаем. Играй. Зовем. Снова за игрушку. Опять то же самое. Чуть поигрались, остановились. Как отпустит, скажите «дай». Когда откинете, скажите «да» или «играй». Дай. Откидываем. Сюда. Сейчас. Взяли. Поиграли. Остановились. Дай. Играй. Скорее. Дай можно говорить протяжно. Дай. То есть вот так. Чтобы он отпустил игрушку и играй говорим. Или хватай, когда бросаем. Когда он его хватает, также отбегаем. И он, по сути, вам приносит. Веревка даже в момент игры отвязалась. И он продолжает с игрушкой бегать. Он ее приносит, он вам ее отдает.